Опаньки, опаньки. Пойти посвятиться на состояние алкогольного опьянения. Конечно. Тогда одну штуку хватается губами и продолжительный выдох долго. Можно вот так вот. Давай. Вы будете проходить? Конечно. Давай. Можно сначала снять на руки. Я вам еще раз повторяю, если вы будете я не могу каким-либо способом отказываться из биопродукции, то я напишу отказ при понятии. Итак. Нет, я не отказ. Вы будете продолжать его? Посмотрите. Мы расцениваем это как отказ. Я прошу. Вам предлагается. Я прошу снять наручники. Я прошу. Алкотестера, Драгер. Вы согласны? Продлить алкотестер? Нет. Вы отказываетесь. Присутствие понятые. Нет. Я... Вы что делаете? Пишем отказ, что человек пытается избежать продукции. В поселке Большое Саково водитель автомобиля «Мерседес» допустил наезд на препятствие. После прибытия на место экипажа ГИБДД и опроса очевидцев дорожно-транспортного происшествия было установлено, что водитель автомобиля действительно допустил наезд на препятствие и у него имеются признаки опьянения. Водитель попытался скрыться с места ДТП, оказав сопротивление, после чего в отношении него были применены наручники. Для дальнейшего разбирательства водитель был доставлен в МВД России по Гурьевскому району, где в присутствии понятых был зафиксирован отказ водителя от прохождения свидетельственного состояния опьянения. Спиртные напитки употребляли перед тем, как сесть за руль? Конечно, употреблял. В каком количестве? У дочки день рождения было. А зачем за руль сели после употребления? Я за руль не садился. Не права, это моя жизнь. Я за руль не садился.